Чем отличаются фотоаппараты для новичков от фотоаппаратов для профессиональных фотографов? Первое отличие – это размер матрицы. У этого фотоаппарата Canon R50 маленькая матрица с кроп-фактором 1.6. Кроп-фактор – это то, насколько сильно матрица обрезана по сравнению с классической матрицей 35 мм. Чем больше площадь матрицы, тем больше она собирает света и тем сильнее будет размываться фон на фотографии. Это очень важно для фотографии портрет. Кроме матрицы, различия на самом-то деле не очень большие. Обычно маленькие камеры не такие удобные в работе. Когда вы будете брать, у вас будет оставаться место, и он будет не такой удобный, как более большие профессиональные камеры, где есть место для всех пальцев вашей руки. А если ты хочешь купить себе маленький фотоаппарат или большой фотоаппарат, заходи в мой телеграм-канал, там я рассказываю, как получить хорошую скидку на любую фототехнику с доставкой по всей России. Поставь лайк этому видосу, ведь ты узнал.